Добрый вечер, шановные друзья! Мій сегодняшний спив размовник уже богато є я барометром демократии, с в Радянському Союзе, а ныне в России. Сегодня у нас в гостях выдатный телеведущий Володимир Познер. Владимир Владимирович, добрый вечер! Я очень рад видеть вас сегодня здесь, смотреть ваши умные глаза, в которые привык смотреть столько лет уже по сначала советскому телевидению, затем по российскому с большим удовольствием я смотрю по понедельникам вашу программу на первом канале спасибо считаю вас конечно одним из гуру в этом жанре и одним из людей благодаря которым демократия в россии еще хоть немножко возможна я знаю что вы наполовину француз наполовину еврей мать жер Жеральдин Лютен француженка отец сын русских иммигрантов а все эти крови у вас бурлили как-то или все проходило достаточно спокойно? А почему в прошедшем времени? Я еще жив. Бурлят еще? Конечно. <свят> Какая из кровей чувствуется, вот вы себя ощущаете, кем больше французом? Безусловно, французом. Французом, тем не менее. Не тем не менее, а безусловно. И даже здесь, в России, вы чувствуете себя французом? Особенно в России я себя чувствую французом. <свят> Где вам жилось легче? Вы жили в Соединенных Штатах Америки, и вопрос России. не в легче, вопрос в том, где ты себя чувствуешь дома. Дом — это такая вещь, как вам сказать, она определяется не политическим устройством, а сотнями мелких вещей, как люди ходят, как они общаются, как они улыбаются, какая жестикуляция, что они едят, какая музыка. Это... Миллион действительно вещей, на которые ты никогда не обращаешь внимания, пока это есть. А когда ты этого лишаешься почему-либо, вдруг ты понимаешь, что а, ты лишился дома. А, вот для меня, Франция это мой дом. Вы родились в Париже в 1952 да. году, в конце 52 -го года семья переехала в Советский Союз. Нет, она приехала. Да, в Советский Союз, да. Не самое лучшее время для переезда, честно говоря. Я сказал бы, пожалуй, одно из самых плохих, но только что нам повезло, потому что через а, два месяца с небольшим Сталин умер. Иначе, я думаю, что все сложилось бы очень трагически. Вы никогда не сожалели с тех пор, что вы переехали в Советский Союз с родителями? Вопрос не в сожалении. Я... Не было времени, когда я решил, что я уеду. Просто я очень скучал по своей стране. Опять это было связано не с политикой, потому что меня отец воспитал в очень просоветском, просоциалистическом духе. Он марксист был. Не знаю, как это назвать. Он был убежденным сторонником Советского Союза. Он сочувствующий. Более чем сочувствующий, потому что, как потом я узнал, он сотрудничал с разведкой советской. И он многим очень рисковал, и он это делал сугубо из своих патриотических соображений, он не был кадровым, никаких денег он за это не получал. Вот, так что... Ну что вам сказать по этому поводу? Так уж случилось. Так случилось, да. Так случилось. Обычно, когда родители, кто-либо из родителей, сотрудничает с разведкой, потом это переходит на их детей. К вам приходили когда-нибудь, предлагали сотрудничество с той или иной разведкой? Мне очень настойчиво предлагали, во-первых, поступить в разведшколу в Советском Союзе, разумеется, да. Потом очень-очень давили на меня КГБ чтобы я сотрудничал. Я отказывался. Одна из причин, почему я очень долго, больше 30 лет, был невыездным. Именно потому, что я отказывался сотрудничать с органами. Ну и, так сказать, они решили, что они меня накажут таким образом. Нескромный вопрос. Почему вы отказывались в те, в те годы, когда для многих это было честью? Для меня это никогда не было честью. Не говоря о том, что я понимал, что я не разведчик по своему э, характеру, что вообще говоря, м -м, такого рода работа меня не прещает. <связь> Стучать на своих товарищей по университету вообще для, для меня было невозможно. Так что я никогда не считал разведчиков э, даже не разведчиков, а вот гибистов героины. нет. Вы закончили Московский государственный университет по специальности физиология человека, биолога почвенный факультет. Да, тогда он был биолога почвенный, потом он разделился на биологические и на почвенные. Да. Физиология человека. Да. Что вам дало познание в физиологии человека в дальнейшем? Очень много. Вообще, я думаю, что естественно научно научное образование вообще очень много дает. Представление о том, как человек устроен, и вообще, как устроен животный мир, это очень расширяет, что ли, кругозор. Я нисколько не жалею о том, что я окончил именно биофак. Я, ну, где-то к концу третьего курса понимал, что из меня ученого не будет, у меня не те мозги, вот, и мог уйти, но не стал этого делать, и очень рад, что я не стал этого делать, потому что я повторяю, что это образование мне очень многое дало. Несколько поколений советских детей были воспитаны на стихах Агнии Барто, Сергея Михалкова и, конечно, Самуила Яковлевича Маршака. А Самуил Яковлевич Маршак пригласил вас стать его литературным секретарем. Было такое. А да. За какие заслуги вас, молодого человека, такой мэтр мог пригласить? Это такая таинственная история, на самом деле. Я где-то к четвертому курсу стал очень увлекаться переводами английской поэзии на русский язык, причем английская поэзия определенной, ну, скажем так, елизаветинского времени, то есть первой четверти XVII века. И окончив биофак, я продолжал этим заниматься, ну, больше как хобби а зарабатывал переводами медицинскими, биологическими и научными. Он же переводил Бернса, я помню, да? Ну, не только Бернса, он много кого переводил. Я, конечно, знал о его переводах. И каким-то образом, действительно таинственным, я до сих пор не знаю, какие-то мои черновики попали к нему, кто-то ему дал. И э, в один прекрасный день, и действительно это был прекрасный день, раздался телефонный звонок, и скрипучий такой женский голос спросил, значит, Владимир ли это Владимирович. Я сказал, да. Вами, вам, сами говорят от самого Маршака. Меня зовут Розалия Ивановна. И вот самого хотел бы с вами встретиться. Розалия Ивановна. Да, немка. Рижская немка. Которую он спас, кстати говоря. Во время войны ее могли расстрелять. Он ее спас. И ну, для меня это было как, я не знаю, как, как если бы Бог меня пригласил. Вот, я к нему пришел, и он мне сказал, что у вас есть определенные способности, но вы совершенно не владеете техникой перевода, и я вот предлагаю вам стать моим литературным секретарем, и иногда я с вами буду, так сказать, обсуждать. Вот. Ну, литературный секретарь, это было очень громко, на самом деле я был писарем, я просто отвечал на множество его писем из разных стран, поскольку я мог на разных языках это делать. Но и правда, он, во-первых, мне... Часто читал свои новые переводы. Он это делал, потому что самого Яковича было очень важно услышать, mm -hmm. а не только глазами увидеть. И кроме того, он смотрел мои переводы и подсказывал мне какие-то вещи. И в конце концов, наступил день, когда он мне сказал, что вот, вот эти вот вещи вы можете печатать. Крупная личность Маршак. Крупная. Он оказал на вас мощное влияние мощное влияние. влияние. Да, мощное влияние. Благодаря Самуилу Якчу я совершенно заново постиг русскую литературу, вообще литературный труд. Не говоря о том, что к нему приходили совсем еще молодые Вознесенские, Ахмадулина, Евтушенко, и читали ему свои стихи, и мне было позволено сидеть тихо в углу и слушать. Кроме того, он очень дружил с Твардовским, и Твардовский именно там впервые прочитал задалью Даль», угу. и опять-таки мне было позволено слушать. Так что... Конечно, благодаря маршаку я очень многое узнал. Вообще это была личность необыкновенная, я бы сказал, выдающаяся. Все-таки человек знал Толстого. Вот прямая связь какая -то, Толстого к вам благодаря маршаку. Ну так получается, да. да. Вы признались однажды, что сожалеете, что лучшие годы потратили на пропаганду Советского Союза. Так и в чем есть. заключалась пропаганда Советского Союза в вашей интерпретации? Но ну, я работал <къем> в учреждениях, которые были созданы с определенной целью, а именно пропагандировать, то есть показывать Советский Союз с наилучшей стороны. Сначала это было агентство печати "Новости", журнал "Совет Лайф", который издавался в обмен на журнал "Америка". Угу. Потом журнал "Спутник", который был единственным успешным коммерческим советским журналом, продававшимся за рубежом, за рубежом. А потом уже работал на иновещание на гостелерадио СССР, опять-таки на Туда. А задача пропаганды очень простая. Это именно показывать только и главным образом позитив, убеждать читателей, или слушателей, или зрителя. Вот в том, что все обстоит именно так и не иначе. Это была ложь, полуложь, но полуложь. Вы понимали это? Не сразу. Я понимал, что далеко все не так прекрасно, как хотелось бы, но я также отдавал себе отчет о том, что все-таки то, что происходило в стране, это происходило не в лаборатории, а в реальной стране с очень сложной, драматической, а подчас и трагической историей. И поэтому я принимал какие-то вещи. Понимал, что ну что ж ты хочешь вообще, иначе быть не может. Я долгое время был все-таки убежденным сторонником э, советской власти. И э, мое разочарование, или то, что я называю прощание с иллюзиями, происходило очень медленно, и я этому сопротивлялся. Потому что если ты во что-то веришь, то ты всячески пытаешься Оправдать. найти оправдание этой вере. Ну, самый тяжелый удар для меня, первый настоящий тяжелый удар, это был 68-й год, Прага. Но я все равно находил на оправдание этому. Социализм с человеческим лицом и так тогда... да, Но что Запад на самом деле не то, что не жалеет о том, что Советский Союз, ну, страны Варшавского договора обошли Прагу, но на самом деле рад этому, потому что это доказательство того, что не может быть социализма с человеческим лицом. Вот. Ну, короче, постепенно, постепенно мне пришлось, мне пришлось признаться себе, что я не могу больше это защищать. Я потерял эту веру. И в конце концов я вышел из партии гораздо раньше многих других и ушел с телевидения. У вас не было в те времена какого-то раздвоения личности? Вы не были сами себе ненавистны? Порой. Бывало? Порой, да. Ну вот, когда мой отец с мамой второй раз уехали работать в Германию, в нашу квартиру переехал однофамилец ваш, Иосиф Тавыдович Гордон. Это был близкий друг моего отца по Франции, который вернулся в Советский Союз в 1936 году он нашел, когда возвращаться, женился на Нине Пауне. и в 37-м его посадили, как английского шпиона, и дали ему 25 лет. А он вышел по реабилитации, и случайно совершенно они столкнулись с папой, и вот отец попросил, им негде было жить вообще. И отец предложил нашу квартиру, заодно ты, ему последишь за нашим этим молодым человеком. Вот, и ä, благодаря Юсу я подробно уже узнал о лагерях. Он вам что рассказывал? Было, да. И он как-то мне сказал, он звал меня Генрихом. Когда я спросил, почему Генрих? Он говорит, понимаете, когда я жил в Париже, я случайно натолкнулся на учебник русского языка для французов. И там есть такой диалог. «Здравствуйте, как вы поживаете?» Говорит один. Второй отвечает. «Благодарю вас, Генрих, я здоров». И говорит, я всегда мечтал, чтобы какой-нибудь Генрих меня спросил, как я поживаю, чтобы я так мог ответить. Поскольку так не случилось, с Генрихом будете вы. Вот. Так вот он мне сказал, Генрих, вот не дай Бог когда-нибудь, чтобы случилось так, что вы утром встанете, пойдете в ванную комнату, чтобы побриться и там, почистить зубы, и вам захочется плюнуть в свое отражение. Ну, до этого не дошло. Но были очень тяжелые в этом смысле моменты. И поэтому я и говорю: что я, конечно же, лучше свои годы, свою молодость отдал э, неправому делу, неправому делу. И э, можно сказать, да, я этого не понимал сначала и так далее. Это, на мой взгляд, мало кого должно волновать. Факт тот, что я это делал, и, конечно, я об этом сожалею. Это сыграло определенную роль в моей дальнейшей жизни, потому что если бы я не прошел через это, через, в общем, страдания, скажу прямо, я бы вряд ли вышел на то, на что я вышел. То есть на твердое решение никогда не стать членом никакой партии, никогда не служить, а никогда не работать ни на какое государство, ни на какое правительство, а быть журналистом. То есть всегда думать только о том, что у меня есть обязательства или долг, или ответственность перед аудиторией, и говорить правду. Я могу, как всякий человек, заблуждаться, но э, одно дело ты заблуждаешься, а другое дело ты... Сознательно, сознательно врешь. лжешь. Это разные вещи. Я хочу вас процитировать. Вы сказали, на мой взгляд, российские времена почти всегда оставались темными, тяжелыми и страшными. И туда мне совсем не хочется. Даже в русских народных сказках не нахожу близких себе персонажей. Единственный человек, перед которым преклоняюсь, Пушкин. Однако он, извините, не русский. Ну так и есть. Э, говоря о... Нынешней России, вы сказали, это все еще советская Россия. Конечно. Что сегодня происходит с Россией? Почему так трудно приживается в ней демократия, если можно сказать, что она вообще приживается? Я думаю, что приживается, а, а трудно, потому что, ну, есть, есть много причин. С одной стороны, почему я называю страну советской? Потому что люди, которые ею управляют, на разных, в разных местах и на разных уровнях, это в своем подавляющем большинстве советские люди, люди, в Советском Союзе. И советские люди. Советские люди. И уж такие они есть. И отрубить свой хвост не удается никому. Поэтому это понятно. А хочется? Ну, может быть, кому-то и хочется. Вот, например, Борис Николаевич Ельцину которого я хорошо знал. Да, ему хотелось. Когда я его как-то спросил, я с ним, у меня было интервью с ним замечательное, я его спросил, Борис Николаевич, вы демократ? Он сказал, нет. Как я могу быть демократом? Вы же знаете, в какой стране я родился и вырос, вы знаете, членом какой партии я являюсь. И чем я, я руководил. Являлся. Может быть, общаясь с демократическими людьми, я научусь этому. Но я, конечно, не демократ. Это был очень умный и честный ответ. Он хотел. А есть такие, которые не хотят, разумеется. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть страна с огромной историей, но в этой истории нигде и никогда не просматривалась демократия. Такого не было. Поэтому очень трудно. И я полагаю, что потребуется 2-3 поколения, чтобы демократия возникла. Сегодня есть какие-то зачатки. То тут, то там. Они встречаются. Но сказать, что Россия демократическое государство, на мой взгляд, нельзя. Хотя тот факт, что вы сегодня имеете возможность в прямом эфире, у вас, да. по-моему, единственный прямой эфир да, на российском телевидении, выступать... На первом канале. Да, да. на первом канале говорит о том, что все-таки... Да. Что-то где-то да. ровно. Да. 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 да, именно так. Именно как вы говорите. Ну, я, конечно, очень нахожусь в привилегированном положении по нескольким причинам. По во каким? Первых, ну, во-первых, у меня три гражданства. Я гражданин Соединенных Штатов, я гражданин Франции, я гражданин России. Гражданин мира фактически. Я имею в виду юридически. Понятно. В любой момент я могу сказать «бай-бай» и «до свидания». И это дает мне определенную независимость. Кроме того за годы моей работы и в России, и в Америке, я все-таки довольно много заработал. Никакой не олигарх, как вы понимаете, но все-таки достаточно, чтобы не бояться потерять работу. Я понимаю, что что бы со мной ни случилось, мои близкие тоже будут в порядке. Значит, это тоже дает мне Очень важно. Важные вещи. И люди, с которыми я работаю, ведь я же не, я же не являюсь штатным работником Первого канала. И никто, ни Эрнс, никто ни другой меня на ковер вызвать не может. И они все понимают, что, ребята, нет-нет, у меня нет страха. Это, они понимают это. И они также понимают, что у меня нет, я не разрушитель. У меня нет желания показать всем кукиш. Очернить. Вот, у меня нет. Это, у меня совершенно другая, как вам сказать, другие желания. Я хочу своей работой заставить зрителя думать, думать. Благородная цель. А больше у меня никакой цели нет, а, и поэтому они они это понимают прекрасно. Я же не оппозиционер ради того, чтобы быть в оппозиции, неинтересно вообще говоря. И это знает Путин, и это знает Медведев. И с Путиным я встречался и говорил там дважды по часу прекрасно знает, кто я такой, что я не согласен со многими вещами, которые происходят в России, в частности, с его политикой, значительной степени. Но это совсем другое. Но я с же... уважением относится к тому, что вы не согласны да, с этим. Да, с уважением. Да, да. Я не кричу, там кровавый режим, вот этот бред какой-то, которым а, занимаются иные люди. И я повторяю, у меня нет никакого желания разрушать. Наоборот, мне хочется сдавать, создавать. И поэтому... Конечно, они настороженно всегда смотрят на то, что я делаю на телевидении, особенно на мои вот эти прощалки, но не трогают меня. «У меня нет страха», вы сказали. Я нет. позволю себе дважды вас процитировать. Первая цитата. «В последний раз я испытал профессиональный страх в день путча. Я преодолел его и с тех пор не боюсь». И вторая цитата. «Вернулся страх, понимаете, тот генетический страх, который давно-давно живет в людях советских и который на какое-то время исчез». Правда? Он вернулся, вы считаете? Конечно. Нет, у меня-то его нет. Так. Но генетически – да. И поэтому такая самоцензура, например. Ведь цензуры нет, как мы ее… Ну, такая формальная цензура, да, цензур со штампом, с красным карандашом или синим карандашом. Но это и глупо, в общем-то. Нет его. А есть другая, гораздо более тонкая цензура. Вообще есть определенный цинизм в отношении средств массовой информации. Чем меньше аудитория, тем больше свободы. А такая газета, как «Новая газета», которая является абсолютно оппозиционной, или такой журнал, как «The New Times», угу, да, угу. где черти что там может быть. Да? Ну, это ради бога, сколько там читателей? Ну, три, ну, пять. Знаете, ну, совсем мало. Ну, театр на Таганке в советское время. Нет, театр на Таганке сплошь и рядом запрещали пьесы запрещали далеко не все, можно, но не было закрывали театры не закрывали, но держали так. А это, пожалуйста, возьмите эхо Москвы. Да. Слушайте, а сколько слушателей в России у эхо Москвы? Ну вот если вот очень так поднатужиться, полтора миллиона наберется. Ну все. тоже немало. Ну это мало, когда 144 миллиона. Пускай говорят, но как только вы переходите к такому средству массовой информации, как федеральные каналы, где идет речь уже о десятках миллионов, вот тут и начинается такой контроль. Это нет, это вот об этом не говорить, это не затрагивать того, не приглашать и так далее. Это вот такого рода цензура плюс понимание, что деваться-то особенно некуда, и поэтому если я что-нибудь не то сделаю, ну что меня уволят и что? Как я буду? Вот это вот уже возникает вот этот страх и а, само цензура. А я тогда испугался не шутейно, потому что случился 19 августа, и 22 сентября мы с женой должны были ехать в Штаты, где я должен был начать работать с Филом Донахью, угу. с ним делать программу. И я понимал, что все. Какой Фил Донахью? Все. КГБ, армия, партия и правительство. Ну, о чем мы говорим? Все закончилось а телефон просто разрывался разные там иностранные компании просили моего комментария я думаю вот сейчас я скажу и я поеду не в ту сторону совсем а в другую и я пошел часов шесть я ходил по Москве и я тогда я понял что если я не не скажу то вот я и захочу плюнуть в это самое свое зеркальное изображение не вернулся домой сказал жене, что я должен сказать, что я думаю. Она сказала, ты прав. И все это пошло. И, конечно, вот тогда страх прошел. Я это преодолел его, и все. Ну, к счастью, все обошлось. Могло и не обойтись. Когда в Киеве началась оранжевая революция, вы надели на себя оранжевый галстук. Да. Почему? Да вы знаете, вот что трудно это передать, я был уверен, что на это будет реагировать. Я был уверен. И мои симпатии были на стороне оранжевой революции. Не потому, что я большой поклонник Юлии Тимошенко или Ющенко, но все-таки то, что происходило, я все равно говорю на русский лад на Украине, пусть меня простят, это все-таки были настоящие выборы, и это в стране абсолютно тоже советской. Абсолютно. Вот. Но менее советской. Выходит, что менее. Выходит, что менее. И, и продолжается это. И, и последний выбор. Это все-таки... Да, можно придраться к каким-то вещам, но это... А Демократические выборы. И я это поддерживаю. Пусть я бы голосовал за другого человека, не в этом дело. Я хотел неназойливым путем как-то дать понять. Вы любите Горбачева и Яковлева, это так не модно сегодня. Да, но все равно мне что, модно или не модно. Я очень признателен Михаилу Сергеевичу, без которого вообще моей карьеры бы не было. Потому что телемост, который, собственно говоря, меня открыл, с Донахью, да, да, это и было мое первое появление на советском телевидении, и без Горбачева и Яковлева этого бы не было. Я очень хорошо знал Александра Николаевича, я ставлю его чрезвычайно высоко, в чем-то даже выше Михаила Сергеевича, но все равно решение за Горбачевым было. И хотя многие из вещей, которые я, ну как вам сказать, которые я не приемлю, относящиеся к времени Горбачева, и кровопролития, которые были и в Баку, и в Тбилиси, и в Вильнюсе, и в Риге, и назначения вместо э, либералов, демократов и так далее, всяких Янаевых и прочее, э, вот, что оттолкнуло меня от Горбачева, тем не менее я ему очень благодарен. Мы с ним очень хорошо знакомы. И, конечно, он человек редкого обаяния совершенно. И потом это, кто бы что ни говорил, это настоящая историческая фигура. На века. Недавно на церемонии вручения ТЭФИ, как порядочный человек, вы осмелились выразить благодарность Горбачеву и Яковлеву за то, что они сделали для демократии в Советском Союзе в России. И эта ваша благодарность была подвергнута жесткой цензуре это не показали по телевидению не показали вы расстроились или нет я разозлился <свят> что расстраиваться я собственно благодарил понимаете это я получал ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения и я хотел поблагодарить тех людей которые позволили Без мне которых это сделать нет? понимаете и уж конечно михаил сергеевич и александр николаевич сыграли в этом ключевую роль в чем я и сказал а, вот, знаете, вот то, что это вырезали, это, знаете, такая инициатива снизу. Никто не давал никаких указаний. На ну, всякий пожарный случай. Но мне стали говорить: вы знаете, там времени не было, там это наше. Ну, это все было ну вас же этим не прошли. Я все-таки работаю <свят> в этой профессии. Это был такой просто идиотизм, знаете, настоящий. Вот это и есть а вот этот сидящий страх, ну вроде Горбачев сегодня, давайте лучше мы это, потому что за то, что мы вырезали, ну ничего нам особенного не будет. А, а вдруг, вот если а Ну, мало ли что. Это вообще просто от этого тошнит, честно сказать. Возвращаясь к вашей программе Познер на Первом да. канале, мне рассказывали, что Константин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала, дал вам список. Генеральный директор, генеральный директор Первого канала дал да. вам список людей, которых нельзя. Не соответствует показывать Не соответствует действительности. Значит, когда я закрыл программу времена, да. которую больше нельзя было делать, потому что так сказать, до прихода к власти Путина, это была программа настоящая, живая, в которой обсуждались... Дискуссия была... Настоящая была. Когда Путин, так сказать, стал вводить вертикаль власти, то эта вертикаль коснулась много чего, в том числе и, конечно, средств массовой информации, и стало постепенно все труднее и труднее, во-первых, затрагивать какие-то сюжеты, во-вторых, говорить какие-то вещи. И программа перестала мне нравиться. Она была в эфире 8 лет. И к концу вот этого восьмого года я пошел к Константину Львовичу и сказал, что он генеральный директор, а не генеральный продюсер. Я ему сказал, что давайте закроем программу. Она 8 лет была, и я не хотел бы больше ее делать. Он согласился, я предложил ему вот поздно. Ну, я не наз... это его название, кстати. Очень ну, удачное, кстати, название. Да, на мой взгляд, да. Ну, вот интервью. Коротко и ясно. Коротко и понятно, кто да. и что. Да. Вот. Но я ему сказал, давайте договориться, договоримся на этом берегу. Значит, если есть люди, я полагаю, что они есть, которых я не могу пригласить, потому что вы не можете допустить, чтобы они появлялись в эфире Первого канала, вы мне скажите, кто эти люди. Если я с этим соглашусь, то есть пойду а, на такой компромисс, то это означает, что мы договорились, но дальше не будет и а еще этот, и еще этот, и тут уже мы договорились. И он мне назвал, я ему сам их назвал, шесть на фамилий, которые Распаров. я вам не могу назвать. Я не могу, я никому. У нас была договоренность, и в этом смысле я свято соблюдаю такие вещи. А вот. И все. Сказал, больше никого. И я должен сказать, что он абсолютно пока, по крайней мере, соблюдает эту договоренность. Соблюдает ее. И я ее соблюдаю. И полагаю, что судя по тому, что происходит сейчас, этот список будет сокращаться. А что сейчас происходит? А происходит то, что на телевидении стало возможным некоторые вещи говорить и некоторых людей приглашать, о которых нельзя было и думать полтора-два года тому назад. С приходом Медведева вы да. это связываете? Да, конечно. И это и дальше будет. Я улучшаться? полагаю, что да. Вы считаете Медведева более либеральным, чем Путина? Ну, быть более либеральным, чем Путин, это очень легко. Это не требуется, знаете, каких-то особых качеств. Да, это другой человек, это все-таки другое поколение. Не советский уже, менее советский. Менее гораздо советский. Все-таки человек, не работавший в органах, получивший юридическое образование, он другой человек. Я говорю не об антипатии или о симпатии к нему, но это другой человек, это видно. У него есть шанс, на ваш взгляд, снова стать президентом да, России. Да. Он э, позиционирует себя уже, на ваш взгляд, отдельно от Путина или да. нет? И чем дальше, тем больше будет отдаляться. Полагаю. Вы хотели бы, чтобы это было? Да. Э, возвращаясь к Эрнсту, Эрнст толковый человек? Эрнст не просто толковый человек, Эрнст выдающийся человек в определенном смысле. Это человек. Поразительно образованный, поразительно начитанный, поразительно успевающий за всем следить, очень талантливый, очень творческий. И в нем сидят два человека. Вот этот талантливый, творческий человек, понимающий телевидение как никто, на мой взгляд, и высокопоставленный а, а, государственный чиновник. И вот эти два Эрнста Уживаюсь. сталкиваются, сталкиваются, очень трудно бывает ему, потому что с одной стороны он понимает, что да, вот оно, а с другой стороны пока этого нельзя. Вот я я его очень высоко ценю. Он сложный человек. А кто сказал, что он должен быть легким? А вообще да? а вот эти так называемые простые, они мало интересные, понимаете? Вот так что я его очень высоко ставлю. Я от него не завишу. он от меня, тем более не зависит. Так что это не то, что знаете мой начальник, и я там пою имя дифирамбы что вообще не делаю никогда просто я ему отдаю должное я считаю что из всех из всего руководства телевизионное которое есть в России он просто на голову выше не только Буквально, ну и так сказать, перенос. Возвращаясь к этим шести фамилиям, которые я не прошу вас назвать, да, можете если... просить, толку не будет. Толку не будет, конечно. Нет. Если не, вы порядочный человек, я это понимаю. Если отбросить договоренность, вы бы кого-то из этих шести людей сами пригласили да. или все шесть? Пять. А, <свят> 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 да. <свят> да. <свят> Понятно. <свят> это все интересные люди. <свят> да. Если у вас политическая самоцензура, вы иногда бьете нет. себя по рукам? Нет. Никогда. Нет. Я только, вы знаете, вот в 30-х годах в Верховном суде Соединенных Штатов Америки был такой член Верховного суда, его звали Оливер Уэнделл Холмс-младший. И он как-то сказал, что человек не имеет права кричать пожар битком набитом кинотеатре Конечно. только потому, что он хочет кричать пожар. Это ограничение свободы слова, да, говорил он, это ограничение называется ответственностью. Вы отвечаете за то, что вы говорите. Я все время пытаюсь доказать людям, что воля и ответственность это раз, и, и свобода это разные вещи. Воля что хочу то и врачу. Свобода это ответственная штука. Самый безответственный человек это раб. За него отвечает хозяин. Он вообще ни за что не отвечает. Самый ответственный человек он не самый свободный. И вот моя, мое отношение такое, что я понимаю, что я в ответе перед этими людьми, которые меня смотрят, слушают и так далее. Я об этом думаю. Вы это имели в виду, когда сказали в одном из интервью, мы плохо понимаем, что такое свобода конечно, слова? ну конечно. Нужна телевидению, на ваш взгляд, сегодняшнему, в частности, цензура хоть какая-то? Нет. Оно самоцензурируется? Это да, да, но и в этом нет ничего хорошего. Если считать, что а... вот то, что я не буду кричать, Пожар битком набитом кинотеатре это самоцензура, а тогда мы говорим о разных вещах. Самоцензура это делается из страха. Конечно. Только а ответственность это совсем другое. Вы сказали, для журналиста существует лишь одно табу на ложь. Ну да. Сегодня есть независимые журналисты по-настоящему? Ну, есть, наверное. Это зависит, как понимать независимость. А, вот журналисты, работающие вот в «Новой газете», журналисты, работающие на их Москвы», да и другие. Есть, конечно, независимые. То есть всегда ты зависим. Ты зависим от хозяина, ты зависим от начальника, ты зависим от рейтинга. Ты... Это же так. Но если понимать независимые в смысле, ну, в таком истинном смысле, да, есть такие журналисты, конечно. Хотя обстоятельства этому не способствуют. Вы 14 лет были президентом академии российского да, телевидения да. я сегодня буду вас часто цитировать потому что больно много умных мыслей вы высказали в интервью вы сказали сегодня российский телеэфир представляет собой причудливую смесь состоящую из закровавленных тел нескончаемой стрельбы юмора рассчитанного на интеллект больного лабрадора бодряческого смеха перебиваемого душераздирающими криками пытаемых садистами людей и пошлых до тошноты интервью с так называемыми звездами очень ёмко сказано, какое будущее у этого телевидения на ура? У взгляд? этого телевидения нет будущего. В этой стране у этого телевидения нет будущего. У этого, вот, которое вы сейчас назвали, нет будущего. Это умрет. Это умрет. Это неизбежно умрет. А будет... Ведь, извините, какое прекрасное телевидение было после перестройки? Прекрасное. Да, оно было очень интересное. Но давайте не забывать вот о чем. То телевидение, ведь как сказать? с гласностью а на передовых позициях и вообще героями страны оказались журналисты. Именно они взгляд Московские новости, до ну и после так полуночь, далее, так, и до и, далее. и после да. а, а, телевизионной службы новостей, «Ленинградские программы» и так далее. У журналистов возникло ощущение, что они, как это вам сказать, что они мессии что они спасают страну, что они рыцари на белом коне, а это глубокое заблуждение. Понесло чуть-чуть. Не чуть-чуть, а как следует. И в результате это очень навредило журналистике, в частности. Потому что журналист, он не то, и не то, и не то. У него есть одна обязанность. Показывать. Информировать. Информировать и не высказывать обязательно собственного мнения по этому поводу, понимаете? Понимаю. Вот, а, а как это не высказывать? Я говорил Тане Медковой, я говорил Танечка, ну не надо в новостной программе Читай новости. высказывать свое. А говорит, как? Почему? То есть вообще совершенно другое. Я говорю, ну понимаете, вот английская журналистика, американская журналистика, ну мы же в России живем, ну это правда, да, ничего не могу сказать. Короче говоря то телевидение было телевидением все-таки мнений. Да, это мнение было очень важно для населения, которое не слышало никогда ничего другого. Выпустить пар важно да, было. Вот, вот. Но это была журналистика очень своеобразная. Она не ставила себе целью информировать, показывать вот это так думает, это так думает, это так, это так. Вот вам картина, сами соображайте. Вот. А теперь э, необходимо, чтобы в России ну и, кстати, в Украине, я думаю, тоже, чтобы появилось так называемое настоящее, общественное телевидение. То есть телевидение, которое не нужда и не зависит, и не нуждается в рекламе, и не зависит от власти. Ну, BBC. И от олигархов. Ну, это, это деньги, да? Олигархов больше нет, послушайте. Олигарх, так, по-настоящему, это человек, который не только богат, но имеет власть. В России сегодня эти люди никакой власти не имеют. Деньги, да. Ну, и деньгами они могут на что-то, как-то. Но политической власти у них нет. В Украине не так пока. Я знаю. Вот это я знаю. Так вот, все-таки общественное телевидение, которое существует в 49 странах, так сказать, по всей Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Японии, на и так далее. Вот это то телевидение, которое, ну, может быть, флагманом. Конечно, Кроме того, должно быть коммерческое телевидение и должно быть главным образом, как мне кажется, телевидение, которое я заказываю вот пакетами. Я хочу смотреть это, 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 это и это. И я за это плачу. Это тоже телевидение, которое будет жить. Кстати говоря, НТВ+, в этом смысле, довольно удачная Конечно. штука. Конечно. Довольно удачная штука. Вот. А вот то, о чем я говорю, и это все-таки мои довольно резкие слова, не потеряли в этом смысле своего значения. Это продолжается. Вот это вот отупление, оболванивание, сознательно. оглупление. Даже трудно сказать сознательно, потому что я не думаю, что там сидят какие-то дяди и говорят, вот как бы еще больше там... Ну, чем больше человек болван, тем меньше он думает о политике, правда? Возможно. Но смотрите, как мне кажется, все очень просто. А коммерческое телевидение, Нуждается в рейтинге, поскольку рекламное время, тем э, дороже, чем больше смотрит ту или иную программу. Значит, моя задача э, ⁇ это найти, это поиск самого общего знаменателя, чтобы как можно больше народу смотрело. Усредненная дебилизация. А это, да. это уже снижение, хочешь-не хочешь. И это во всем мире так. Это во всем мире. Э, э, вместо того, чтобы пытаться чуть-чуть поднять уровень этого зрителя, а вот где так вот как можно ниже опускают. Это, это проблема не только российская. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был выдатный российский телеведущий Володимир Познер.